Как-то в интернете один очень интересный блог, вот, почитала, там девушка рассказывала о косметике, там, ну, много о чем, в общем, рассказывала, преимущественно о косметике, о каких-то домашних уходовых процедурах, что там она для себя делает, вот, какие-то свои там открытия в данном плане, там, фишечки, плюшечки, вот, для девчонок, и... Она сказала, что она теперь, так сказать, переезжает в Инстаграм и будет делиться всем этим там. Я на нее подписалась в Инстаграме, но, к сожалению, она там просто выставляет фотографии там своей жизни. То есть она совсем не делает того, что делала она в этом в своем блоге просто вот в интернете, там живой журнал какой-то, да. Вот, она этого не делает. Она написала, что она будет точно так же делиться этими всеми женскими фишками, штучками, плюшками у себя в Инстаграме. Вот я на нее подписалась, там что-то почитала, что-то полайкала, и получается, что сейчас получается, что в итоге я ее не смотрю, я ее не читаю на данный момент. Ну, а она меня смотрит, читает, комментирует, лайки ставит, вот. И мне как-то даже так неловко стало, как-то так стыдно, да, то есть я на человека под... я как бы спровоцировала ее подписку взаимную, да, и но когда она меня лайкает, смотрит там что-то, пишет, я тогда, если есть время свободное, тоже к ней захожу, вот, почитаю, тоже что-то по лайку отвечу на комментарии, если вижу комменты, то чаще всего отвечаю, вот. Бывает, что просто я могу увидеть комментарий, а когда я уже зайду туда, я уже могу его не увидеть, потому что, то есть, он уже не высвечивается там. Сколько там лайков помещается и комментариев, я не помню, вот, и я, короче, его уже не вижу. И там забыла, там еще что-то и не ответила, вот. То есть, в телефоне высветилось, я увидела, что был какой-то комментарий, там, смахнула, а потом уже не могу его найти, вот. Да, можно тогда открыть ту самую фотографию, но чаще всего я уже об этом моменте просто не помню, вот. Там 2-3 дня там посмотрела, ну я просто много фотографий отправляю, 2-3 дня там посмотрела, да, кто там еще лайкал, комментировал, да, ее комментарий, естественно, там уже точно не будет, а потом через 2-3 дня просто вспоминаю, что был какой-то комментарий, но я уже не помню, на какую фотку, потому что теперь их много, вот, короче, такое, ну, как-то так, да, я подписалась на нее, чтобы я ее смотрела и читала, в итоге она на меня подписалась, она мне читает, смотрит.